Алматы вакцинировался долгожданный миллионный житель. Об этом на своей странице в Твиттер написал Аким Бакыджан Сагентаев. Пациентку зовут Самал Оспан. Она жительница Алатауского района. Несмотря на то, что женщина имеет в анамнезе ДЦП, она решила привиться, чтобы внести свой вклад в борьбу с ковидом. За такой смелый поступок ее было решено наградить. Я получила вакцину добровольно, меня никто не заставлял. Я пришла в поликлинику утром и полчаса после вакцинации находилась под наблюдением врача. Переживала, что аллергия будет, но в результате ничего не заметила. Чувствую себя хорошо, я призываю всех вас пройти вакцинацию. В городском управлении общественного здоровья сообщают, что именно благодаря массовой вакцинации эпидситуация в городе налаживается. Тем временем в стране идет подготовка к приему американского препарата Pfizer. По информации управления, уже определены места для установки морозильных камер, отработаны алгоритмы логистики и хранения вакцины. Детей будем прививать обязательно в согласии родителей. И начинаем вакцинацию с возраста 16-17 лет. Когда закончим вот эти два возраста, потом уже 15, 14, 13, 12 лет. Вакцинация будет проводиться, конечно, в медицинских кабинетах в школах. Также могут проводиться в медицинских организациях.